Добрый день! Меня зовут Кузьмин Михаил Юрьевич, и я приглашаю вас на свой мастер-класс «Как решать экзамен DP4RUS. Секреты эффективной работы на экзамене». Для кого предназначен этот мастер-класс? Если вы собираетесь сдавать экзамен в ближайшую сессию, то мы рассмотрим все необходимые технические приемы, которые вы должны применять для успешной сдачи экзамена. Если вы рассматриваете возможность сдачи экзамена в следующую экзаменационную сессию, то это будет прекрасная возможность познакомиться с экзаменационными требованиями и оценить уровень сложности экзаменационных задач. Какова программа мастер-класса? Первое. Мы полностью прорешаем экзамен DP4RUS, включая отчет о финансовом положении, где рассмотрим все необходимые приемы, которые вы должны применять на экзамене. Второе. Мы отдельно рассмотрим составление консолидированного отчета о совокупном доходе и об изменении собственного капитала группы. Третье. Мы рассмотрим все те изменения, которые внесены в программу экзамена в 2012 году и как они могут появиться на вашем экзамене. И четвертое. Мы рассмотрим принципы тайм-менеджмента, которые вы должны в обязательном порядке применять, работая на экзамене. Итак, для участия в мастер-классе заполните регистрационную форму, она внизу, и я буду рад встретиться с вами на мастер-классе «Как решать экзамен DPFOR. Секреты эффективной работы на экзамене». Всего вам наилучшего!